Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо огромное коллегам, которые помогли нам реализовать проект, о котором я сейчас буду рассказывать, и первую часть проекта, которая уже реализована, о которой мы рассказывали предыдущие 3 часа. Это специалисты ведущих онкоцентров страны, которые присутствуют здесь, и самого главного реабилитационного учреждения страны, вот это идет Эльмира, представитель Гельмундинова, это институт курортологии и реабилитологии Федерации. Федеральный центр, который располагается в Москве и который был полноценным участником вот этого сложного и онкологического процесса. Поэтому здравствуйте, а теперь, Татьяна Юрьевна, считайте мой хронометраж, ладно? Итак, одной из задач нашего проекта «Онкорехаб» было создание платформы, телемедицинской платформы, которая позволит улучшить доступ онкологическим пациентам в постгоспитальный период к реабилитации, которая на сегодняшний день практически недоступна. Я хочу только одно слово сказать. Телемедицина, то слово, которое я буду использовать, и приставка «теле» не имеет ничего общего с телевизором. Родилась от слова «телеграф» и лишь только сообщает нам о том, что это посредством технологии, коммуникационной технологии, отдельный вид телемедицины. Это компонент электронного здравоохранения, и телемедицинская процедура – это имеющая строго определенную цель, стандартная последовательность действий графически удаленных друг от друга медработников, врачей и, конечно же, пациентов. Все проекты, о которых мы говорим, и проект телемедицинский, о котором я расскажу вам сейчас, предполагает полное вовлечение пациента в процесс собственного лечения. А это есть та самая партисипативность из нелюбимого мной названия 4P медицины, а также персонифицированный подход, который мы попытались соблюсти. Итак, вы уже видели, как выглядит наш проект. Телереабилитация, что это? Это комплекс реабилитационных сопутствующих мероприятий, а также видеообучающий контент, который мы предоставляем пациенту посредством телекоммуникационных технологий. По сути, это самостоятельное занятие пациентом на дому, под руководство доктором или наблюдая сделанные доктором видео, самостоятельное выполнение на дому элементов своего физического восстановления. Целью является улучшение доступа к реабилитации, улучшенная, ускоренная социальная и трудовая адаптация и, конечно же, повышение толерантности к химиотерапии, к лучевой терапии и восстановление в постоперационный период. Поскольку напротив сидит Ольга Аркадьевна Обухова, это институт имени Николая Николаевича Блохина на Каширке, которая занималась именно теми разделами реабилитации, требующими нутритивной поддержки, то она в своем докладе расскажет о том, как телереабилитация и цифровые технологии помогли бы в нутритивной поддержке тех пациентов не только в постоперационный, но даже и в подготовительный, то, что мы называем предоперационный период. И более распространенные сегодня в мире виды телереабилитации – это, конечно же, ЛФК, это эрготерапия, нейропсихология, онкопсихология, как мы уже понимаем, потому что за этот раздел отвечал институт имени Петрова, и Татьяна Юрьевна четко знает, как они будут двигаться дальше. Дистанционные виды реабилитации применяются активно, вы можете сфотографировать этот слайд. В таких отраслях сейчас, и мы услышим доклад из Иванова, как он применяется в для нейро и кардиопациентов. Но то, как это бесценно для онкологических пациентов, я вам могу доказать одним. Мы буквально внедрили некоторое очень короткое время назад нашу платформу групповой онлайн-реабилитации онлайн, когда инструктор находится по ЛФК в своем кабинете, а вот так вот в экране его рабочего компьютера находятся в разных квадратиках пациенты, и у меня уже просто телефон ломится от записи пациента, которые хотели бы участвовать в таком эксперименте, потому что они делают ЛФК, но не знают как, они боятся, у них болит рука, и, конечно, большей частью это наши активные женщины. Итак, система «Онкорехаб», я за 3 минуты пробегусь. Там используются 4 роли, это для тех, кто должен понимать, что это в любом случае программное обеспечение, способствующее коммуникации пациент-врач. 4 роли – это закрытая система, защищенная система, это администрация в виде IT-администратора, это, конечно же, врач, это привлекаемый инструктор ЛФК, это средний медицинский персонал и, конечно же, пациент, стоящий на другом конце этого провода. Реабилитация дистанционно идет исключительно по нозологии и строится по назначению врачом соответствующим состоянию,
выписанного пациента и его диагнозу, соответствующего его состоянию курса ЛФК. Администратор также может прикреплять видео для офлайн-пользования пациентам и контролировать пациента, делающего это видео в самостоятельном, но также групповом режиме, путем электронных опросников. Электронных опросников, оценивающих состояние пациента, и электронных опросников, оценивающих дистанционно оценивающих переносимость пациентам данных фаз реабилитации. Итак, администратор формирует, назначает формат занятий, а формата занятий сегодня выбрано два. Это полный онлайн, когда инструктор ЛФК ежедневно находится на связи с пациентами и согласно сформированному расписанию и нозологиям входит в формированные группы, пациент получает ссылку, это своего рода вебинар, также идущий через платформу Zoom, и он начинает онлайн заниматься с пациентом, видя, что происходит с каждым из них. Мы уже пробовали эти занятия, поняли, что 8 пациентов вполне реально одновременно вести. Администратор вот так приглашает пациента в систему простым письмом, и пациент начинает проходить анкетирование перед началом реабилитации. Это специально разработанные анкеты коллег нашей команды, которые работали, и под руководством вот это происходило Александры Михайловны Степановой. Почему-то ее сейчас жалко, нет рядом. И вот это вот такое количество анкет по каждой нозологии, заполнив которые, врач-онколог, подчеркиваю, сможет оценить тот самый реабилитационный потенциал пациента и назначить ему соответствующий комплекс ЛФК, разработанный в Институте курортологии и реабилитологии на Арбате, который и заложен в основу этой системы. Вот по таким параметрам и по таким нозологиям у нас есть анкеты, которые обязательно заполняет пациент, и ежедневно он заполняет анкеты переносимости. Подчеркиваю, это система онлайн-контролируемой реабилитации. Продолжается вот эта вот нозология. Вы понимаете, что это те самые 7 нозологий, о которых говорил Алексей Владимирович. И врач, принимая решение на основе его реабилитационного потенциала, допускает или не допускает его к занятию. Записывает в группу. Пациент получает простое уведомление на почту. Он видит свое расписание, по каким дням будут проходить его расписание, его занятия, в какой группе, и начинает заниматься. Вот это вот инструктор, который занимается под руководством Александры Михайловны Степановой. Нино. Очень она в первые моменты стеснялась, что у нее не получалось заниматься одновременно занятиями с пациентом. Мы потом добавили наушники. Она просто очень волновалась перед экраном. А сейчас это все получается. Вот это инструкторы девушки из того самого легендарного заведения на Арбате, которые апробировали на себе все эти комплексы. Это очень опытные инструкторы ЛФК, которые занимались с очень тяжелыми пациентами. И реабилитация и онкокомплексы ЛФК были даже для них в новинку. А вот так вот выглядит наше групповое занятие. Я просто хотела продемонстрировать вам уважаемую команду моих коллег, моих программистов, и вот даже Александра Михайловна Степанова на всех этапах активно участвовала. А это я запускаю обычный телемедицинский кабинет, который есть сегодня в каждом онкологическом центре, федеральном центре. С утра в кабинете происходит консультация врачей, консультация пациентов в режиме врач-врач, консультация врачей в режиме маршрутизации пациентов. А, соответственно, после обеда этот кабинет запускается для того, чтобы он не простаивал, на организацию групповой реабилитации, которая происходит вот так в том же самом телевизоре, где и телемедицинская консультация. Таким образом, мы способствуем задействованию кабинета телемедицины в полном режиме весь день. И я думаю, что мы эту схему вот уже на следующей неделе запустим в городе Нижний Новгород, потому что они очень передовые люди. Участвовал институт клиника управления делами президента, которые высказали, что они бы хотели принимать участие, обсуждать шкалы созданные, потому что они профессиональные реабилитологи, и я представляю вам пилотный проект, который еще подлежит доработке, и они хотели бы заниматься эту платформу использовать для групповой психотерапии. В институте имени Блохина мы решили начать процесс запуска онкорехаба с работы логопеда, занимающегося логотерапией с пациентами с проблемами головы и шеи. И вы видите нашу замечательную Татьяну Анатольевну, улыбающегося человека, который имеет возможность. Мы сейчас можем предложить пациенту, выписывающемуся, но с огромными проблемами, продолжать заниматься дальше. А это институт Герцена, на базе которого мы запускаем
работу кабинета по ракам репродуктивной системы. Ассоциация специалистов онкологической реабилитации АСОР, представителей которых вы видите в этом зале, была активным инициатором и участвовала в реализации этого проекта. Это наша команда, это моя команда программистов. Чтобы вы видели, что в команде программистов я самый юный человек, они уже очень опытные люди. Это мои контакты, по которым вы можете обратиться по поводу использования данного проекта. И большое спасибо за внимание. Татьяна Юрьевна, я уложилась. Спасибо большое. И вы продолжаете сообщение, которое должен был зачитать Шинкарев Сергей Алексеевич. Липецкий областной онкологический диспансер платформа Онконет, комплекс ассистирующих мероприятий по постгоспитальному дистанционному мониторингу пациентов во время химиотерапии и видеообучающего контента для домашней индивидуальной реабилитации онкологического больного. Ну, написали. Я с удовольствием продолжу выступать за того парня. Это наш первый пилотный телемедицинский регион, это Липецкий онкологический диспансер и Липецкий главный онколог, который, к сожалению, из-за того, что очень случилась неприятная ситуация с больной мамой, не смог приехать. Поэтому он поручил это делать мне, делегировал свои полномочия, я модным словом скажу, потому что я была непосредственно от начала до конца и в этом проекте, и могу о нем рассказать так много, как и они сами, потому что провела этот последний год очень часто в Липецке. Итак, телемедицина – это не только телереабилитация, но еще и массу других слов с приставкой «теле», включающих телемониторинг. Телемониторинг – это возможность дистанционного наблюдения пациента, когда его нет рядом с нами, когда пациент находится в постгоспитальном или даже, как вот мы с Ольгой Аркадьевной решили, в предгоспитальном периоде, то есть на нулевом этапе реабилитации, в пререабилитации. Онконет, у нас есть такой портал, на котором размещено куча обучающих видео, которые вы можете предложить пациенту, которому предстоит химиотерапевтическое, лучевое лечение, и информация на этом портале будет расширяться. Ой. А вот это, собственно говоря, слайд, который и явился тем самым мотивационным моментом, позволившим нам создать два единственных в стране телемедицинских решения, работающих уже в онкологии. Итак, в 2017 году на АСКО чикагские онкологи заявили, что они применяли систему электронного дневника, систему дистанционного ведения пациента, и на 766 пациентах с легким урологией, гинекологией, мочевым пузырем и рака молочной железы, и эти пациенты, между прочим, были старше 50 лет, и у них были довольно минимальные признаки компьютерной грамотности и тяжелая четвертая стадия, сумели продлить свою жизнь только за счет того, что вот на 5-6 месяцев, только за счет того, что доктор корректировал дистанционно побочные явления, которые сопровождали их тяжелое лечение. Это институт Герцена, который принял наше решение и предоставляет свою телемедицинскую платформу для телеобразования и рассказа 60 регионам о том, что такая платформа существует и работает. Это Сергей Алексеевич Шинкарев, вместо которого я сейчас выступаю, осуществившим первым данное решение. И я очень рада, что институт Петрова тоже подхватил оба наши решения и будет интегрировать свои возможности в телемедицинские платформы. А это тот самый телемедицинский кабинет, с помощью которого мы делаем сейчас телереабилитацию, а по утрам там происходит телеконсультация и полный цикл телемедицинских возможностей, который представлен сегодня в каждом онкоцентре, но задействуется по-разному. А это тот же слайд, потому что он случайно здесь. Вот так называется наш сервис. Дистанционный мониторинг и коррекция побочных последствий химиотерапии. Это возможность, которую мы можем предоставить пациенту постгоспитальный период, возможность вовлечения пациента в процесс собственного лечения и восстановления, возможность дать ему шанс почувствовать себя не одиноко, почувствовать себя под присмотром доктора. И самое главное, возможность пациента быть ответственным за свое здоровье. И вот эта концепция «ответственный пациент», собственно говоря, разработанная и декларированная замечательным, знаменитым, легендарным Андреем Ивановичем Воробьевым, являвшимся куратором данного проекта изначально, она легла в его основу. Мы просвещаем пациента, мы вооружаем его медицинскими знаниями о том, что ему предстоит узнать. Мы информируем его в виде пациентского контента о многих вещах, которых он может начитаться в интернете, в каком угодно
духовном виде, вплоть до отка, которые приведут его вплоть до отказа от лечения, мы вооружаем его правильной информацией от профильного сообщества. Ключевой момент, что для врача это всего лишь дополнительная система, которая предоставляет врачу дополнительную информацию о пациенте, находящемся дома, и делает возможный прием очный более эффективным, потому что он уже знает, что с ним происходило, когда он был дома. Доктор предлагает возможность заполнять опросники только на основе собственных ощущений. Это субъективная информация, и пациент подписывает вот этот слайд, который вы можете сфотографировать, доказывающий законность применения данного сервиса. И... А теперь не переключается. Вот таким вот образом очень просто заводится, опять же, врач. Очень просто администратор его регистрирует. Вот такой вот зелененький прямоугольник нажимает пациент на указанную электронную почту и начинает получать электронные анкеты, которые приходят на почту пациента. Электронные анкеты, 4 месяца мы работали над ними, и они сейчас примитизированы до такой степени, что это наконец стало понятно пациенту. Липецкие врачи с удивлением обнаружили, что они говорят с пациентом на разных языках, и зачастую пациенты просто не понимают их. Это доступно на любом гаджете для пациента, но врачи используют это, конечно же, на рабочих компьютерах. Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента очень важно, и это опять в плане нормативных актов, назначается его лечащим врачом по моменту постановки диагноза, произведенного лечения и полностью соответствует нашему так называемому закону о телемедицине, который, по сути, является всего лишь дополнительным. Статьей. А это дополнительное соглашение на дистанционный мониторинг, я предвосхищаю ваши вопросы, которые пациент подписывает перед тем, причем в бумажном виде и в электронном виде тоже, перед тем, как он соглашается принять участие в этой системе. И согласие его и приглашение в эту систему, конечно же, делает врач. Врач... Отвечу на вопрос о том, соглашаются ли пациенты. Да, если им говорит врач, очень дисциплинированно соглашаются. Ведут ли они дисциплинированно заполнение своих опросников? Да, опять же, если им сказал врач, которому они доверяют, а они это делают только с тем врачом, с которым есть отношения. Врач назначает персональные анкеты, сейчас их будет больше. И вот так вот, вот такими простыми цветами, выбрав кружочек, на котором находится состояние, соответствующее его самочувствию, пациент может сообщить врачу о сигналах тревоги. Эти слайды для того, чтобы показать вам, насколько несложно устроены эти вопросы и насколько разные области просто можно контролировать, когда пациент находится дома под вашим контролем. Это по раку легких. Вот сейчас назад переключу. Вот в этом нижнем прямоугольнике пациент может написать что-то еще своему врачу, а врач может ему ответить, и это происходит сегодня. То есть та самая ожидаемая коммуникация пациент-врач происходит. И, кстати, я могу вам ответить на вопрос, может ли телемедицина, мне такой глупый вопрос задают часто журналисты, улучшить доверие пациента к врачу? Не знаю, как ответить на этот вопрос, но вот приблизить пациента к врачу точно может. У нас даже есть шкала по контролю интенсивности боли для вербальных и для невербальных пациентов, которая, в общем-то, может помочь пациенту на паллиативном этапе. А это защищалка для врача. Это автоматический ответ врачу в случае жизнеугрожающего состояния пациента, который... получает пациент в ту же секунду, как он сообщает в своем дневнике о своем состоянии. Врач не имеет возможности постоянно следить за тем, что заполняет пациент, и получает в определенные промежутки времени отчет о его состоянии. Отчет о его... Вот такой вот тип шкалы у нас тоже существует. Контроль боли, контроль нервной системы, контроль эмоционального фона. И Ольга Аркадьевна расскажет нам о том, как она это использует в контроле нутритивного статуса пациента. А это вот тот самый отчет о самочувствии пациента, который видит врач. В течение одной минуты, окинув одним взором, мы можем сказать, какие проблемные зоны пациента и с чем надо работать. Пациенты задают много вопросов по питанию, по кожной токсичности и по... различным другим проявлениям, и врач действует в рамках заданных вопросов. Вот так вот работают липецкие врачи. Сегодня начинают свое утро. Это Евгения Васильевна, которая первым в стране запустила эту систему. Что самое главное, случилось невероятное, и тот самый Сергей Алексеевич Шинкарев добился от местного территориального липецкого ФОМСа,
того, что врачи, работающие в системе дистанционного мониторинга ОНКОНЕТ, сегодня получают за это деньги. И вот такие отчеты мы предоставляем ФОМС. Отчет выглядит, состоит из нескольких параметров. Это можете тоже сфотографировать, может быть, вы отправитесь в свой ФОМС и захотите тоже чего-то добиться. Вот таким вот образом мы добились тарифа, и сегодня 61 липецкий онколог использует систему ОНКОНЕТ. Кто-то ведет это на 3 пациентах, а кто-то на 20. Ну, понятно, что это зависит, ну, просто от специфики человека. Вот так вот выглядят отчеты, которые мы предоставляем. ФОМС жестко контролирует, что делает врач, отвечает ли он на вопросы пациентов и даже контролирует, что он отвечает, потому что слово «окей» не расценивается как контроль. Это библиотека рекомендаций по симптомам, что нужно чувствовать и какие вещи считать жизнеугрожающими при соответствующих симптомах, которые могут встретиться пациенту во время лечения химиотерапевтического, лучевого, во время постоперационного восстановления. И это был первый сервис, которым мы использовали телереабилитацию. Она была направлена на женщин с раком молочной железы, потому что сервис был написан на деньги президентского гранта, полученного на Ассоциацию онкологических пациентов. Здравствуй, частично их представители. Я вижу. И поэтому, конечно, самые активные, сами инициативные все это поддержали. У нас 12 комплексов теле-ЛФК, которые разработаны также на Арбате в Институте курортологии и реабилитологии. Это была первая ласточка. Мы сделали это самими пациентами. Сами пациентки показывают пациентам, что нужно делать, как нужно делать, включая элементы лимфодренажного самомассажа. Это видеошколы по питанию при токсических симптомах, которые очень востребованы врачами, потому что они помогают им одним кликом ответить сразу на много вопросов пациентов. Но это немножко о той самой платформе онкорехаб, о которой я уже рассказала. То есть она уже родилась из первого телемедицинского сервиса ОНКОНЕТ, и ее задачей является улучшить доступ пациента, улучшить качество жизни пациента и улучшить возможность пациента заниматься самому своим восстановлением и верить в то, что его болезнь победима. Команда проекта практически все та же. И отдельное спасибо Ассоциации «Здравствуй», которая была инициатором, поддерживающим ядром и нашим идейным соратником, а мы всегда с ними. И вот вам пример того, как пациентское сообщество и профессиональное сообщество могут идти вместе в интересах пациента. Спасибо.